Ну, погнали посмотрим, кто куда побежит. Я тебе даю все сейчас шансы меня убить. Вау, я тот, кто делает любовь. Ну, погнали. Я буду стоять и делать любовь. Мне пофиг, я буду делать любовь. Ладно, я постою тут на камерах, ладно. И все, и больше ничего делать не буду. Потому что, ну, смысла как бы нет. Максимально смысла нет. У нас нету спидеров. Я спидер. Осуждаю. Лилипут, а что ты грешнёшь? Да я просто мимо Джонни и еще кого-то. Лилипут, а почему ты ключ не выполнил? Ну, этим... А что с ним? Ура, минус 10! А что ты не выполнил ключ и сразу не побежал? Не хотел, а не выполнил. В смысле, не хотел, а не выполнил? А что, я обязан его делать? А? Что ты ключ не выполнил? Пошли, сделаю с тобой лично. Он тебе повернет ключ. Если меня кто-то кикнет, я надую шар. Вы вообще прослушали, как голландский в предыдущей гадке Литпута Лилипутом назвал? Да? Я реально. Литпут, как ты смотришь, мы тебя кикали прямо сейчас. Кикай, что ты нас забанил? Нет, мне, знаете, понравилось, смотрите, у меня репорт загорается, оттуда бежит голландский на скорости. Такое ощущение, как будто он какой-то камеферный. А кто голландский у нас? Я себя не убивал, если честно. Этот флэш. Во, правильно. Я себя не убивал, я убивал. Вот так и надо было спросить изначально. А то там... Эй, кто меня проголосовал? Я ж скип. Вы что, флеши, что ли? Я хочу подметить... Надо, мы осуждаем, типа. Их правильнее называют спидстер. Не, спиди там. Их никак не правильно называть. Не используйте такое слово, пожалуйста. Не, знаете, какая у меня есть идея? Я просто стою вот тут вот у датчика, вырубается свет, и я первому рандомному просто кликаю лав, и все. Это будет самое гениальное, что можно сделать, потому что, ну, как бы, какой балбес пойдет, как бы, вот тут вот гулять. Правильно? Правильно. Я просто вот тут стою, мне даже пофиг на вот этот скан. Я буду ходить и тыкать лав. Ладно, пойдем, я выполню хотя бы один вот этот вот саботажик. Так уж и быть. Ладно, никто никого ничего не сделал. Там у нас идет, значит, Mad Country. Хоть кого-нибудь убили, никого не убили. Ладно, без проблем. Но мы тут побегаем, пофиг. Смотрим вот тут вот эту штучку. Бежим вот сюда вот смотреть эту штучку. Закрылись у нас двери. Это плохо, максимально плохо. Мне надо бэкап сделать, чтобы я хоть выйти мог отсюда. Знат убили где-то вот тут вот, недалеко. И где его убили? Мне кажется, на скане. На скане мертвый Mad Country, с ним за пару знат. Это их линканули, если что. А диковинка же только что была. Либо любовники, не факт. Это не любовники, это линк был. А почему у него даблкил? Потому что у нас три трупа и... У стола слева. Ну, один килл сделанный обычного и... Один линк. Любовник. Линк. Ну и линк, и любовник может быть линк. Ураган. А, понял. У нас два убийца. Ага. Да. Забей, Литпут, забей. Так это Чупикс или Литпут? Чупикс пригрозил нам, я боюсь. Не надо, не надо. Все, методом исключения. Иначе я сделаю так. Ладно, ладно, ладно. Стоп, не будете на у нас два импостера. Да. Но если ты сделаешь, Чупикс, если ты сделаешь, я принципиально в тебя проголосую. То есть тебе это нравится? Не думал. Нам нужно сейчас получается, да? У нас если два убийцы, если сейчас мы кого-то кикаем, то получается мы либо выиграем, либо проиграем одно из двух. Короче, Литпут убийца. Что значит? Логика железная. Ну, голландский, конечно... А почему вы выбираете между мной и Литпутом? Почему не ты, Джонни? Я вот и думаю. Потому что ураган с Джонни... Ураган все раскрыл. А Джонни же только что было около диковинки, не? Чупикс, блядь, ну хорош. В смысле хорош? Мы с тобой слева были у камеры сейчас. Чупикс, а диковинка качала файл около камеры. Она давно это делала! И Литпут еще успел на это место встать. То есть она же недалеко была от нас. Бля, короче, я не знаю. Забей, у него кислорода мало из-за шарика. Литпут, да... Не, ладно, я Чупикс. Литпут просто, Литпут просто даже банально, типа, этот, он задание... Вот это зря, вот это зря. Он задание выполнял. Готовы? Нет. Нет. Бля, я вот подумал, что он пригрозил, нахуй. А когда мы так отупели-то, а? Отпускаю? Нет, не, Литпут просто, он выполнял очень хорошо, типа, скан, ну, этот, закачку файлов, я и... Инспектор, понял. Давайте, убейте хоть кто-нибудь, кого-нибудь, без проблем. Будете убивать? Не, не будете. Ну давай, знат, постоим вот тут. Ладно.
труп Джонни валяется возле... Между камерами и электричками. Только что умер он. Это... Да, это, скорее всего, голландский был шерифом. Он подошел к знату, проверил его. Джонни прокликал на него любовь, и все. И вот так вот умер. Нет, Джонни не прямо сейчас. Не, голландский сразу... Голландский шериф. Я, короче, смотрите, Джонни не сразу репортил. Я посмотрел по богам и только потом. Где-то секунд 5, наверное. Ну, это значит, просто убийство. Голландский шерифом был, знат, я чистый, все. Ну, потому что он подошел, просто умер. Плюс у меня сейчас, скорее всего, останется способность, я точно скажу. Это скип. Хотя, в прикол, ёбните в Джонни, если... Не надо, сейчас посмотрим, он там будет. Хоть 100% убедиться. А сейчас у тебя за лицо? В лице. Давай, знат. Он замечен, фу. Ну, что, кикнем нахуй на следующем раунде? Не, причем без слов. Просто нажимай кнопку, все в него вкидываем, ничего не говорим, он будет спрашивать, мы молчим, нам пугать. Давайте будем друг друга обвинять все, но не знаю. Давайте, это же пранк, величайший пранк человечества, блядь. Да не, он сейчас стрим-снайпит сидит, поэтому... Да нет. Ну поэтому и замутился, чтобы слышать все, что мы говорим. Да не. Короче, сейчас жмем кнопку, друг друга обвиняем и скидываем все в знак. Бля, охуительно будет. Но только тогда, когда он размутится. Да ладно, мы первый раз используем гребаную кнопку анализ. Я в это не верю, честно вам. Опа, анализ. ДНА, офигеть, тут жестко. В голландский анализа Эйнер Персон. Что такое Эйнер? Подожди, мне надо перевести с немецкого. Я сейчас открываю переводчик и смотрю. Мэткантри, сейчас я тебе напишу, как это. Что это значит? Что это значит? Ураган, что это было сейчас? Подожди. Мэткантри. Что это за слово? Вот это я в чате написал. Эйнер. Это просто артикль определенный. Типа один или. То есть это по сути ничего не значит, если стоит перед синонимом. Ой, блядь, существительным. Что ты натворил вообще? Там ураган мешкался. Творил, блядь. Что он творил нахуй на столе? Я видел, как Редпут. Только что впрыгнул в люк, но я люркер. Алло. Ты что, боёк? Это факт. Вообще-то я люркер. Это Диана? Татьяна? А, они хотят в тебя проголосовать сейчас. Да, да. Блин, да я ФК вообще не смотрел за игрой, не видел ничего. Что в гасе говоришь? Мне как крюмейт выпал, я все, ну нахер думаю. Они хотят тебя затроллить, сейчас тебя кикнуть. Окей, Ася, кайфоломщик, я просто сливаю и все, нахуй играть. Давайте Ася, что это за хуйня, Ася? В чем смысл? Быть душным на всю компанию или что? В чем смысл? Он бомбанет, он ливнет потом. Прекрасно, я использую как бы свою роль максимально классно. Ну и хрен с вами, пойду сам починю. Че-то мне кажется, то, что это Чупик. На левую руку вообще никто не чинит. Спасибо большое, я так сильно люблю. Если Ася умирает, это Чупик, ясно. Красота. Ася душнилая, конечно, пиздец. Да. Ася, ты красавчик. Я жму тебе руку, а перед этим почесав свою жопу. Я задефал на это. Это полный пиздец. О, прекрасная роль, погнали. Мы просто убегаем сразу же на камеры гребаные и будем тут стоять, не пофиг. То, что там у кого-то ключ есть, мне насрать, я стою на камерах. Чё у нас тут интересного творится? Ни хрена, Мэтт Кантри. Типа побежал, но не добежал. Дэна! Это а была Ася. Это была Ася. Нет, это был не Ася 100%. Это была проверка. 100% Ася. Это не Ася, алло. Нет, голландский сейчас бензин скажет. Да подождите, не придумывайте ничего. Больше, чем полгода назад как-то. Я не Вы можете не придумывать историю. Джонни нажал на кнопку и сказал, тарковец, блядь. А что ты, сука, кнопку не сделал, блядь? Он, если вообще ключ не сделал, блядь. Я, сука, это помню до сих пор. Он может быть вторым импостером, но сейчас килл сделал 100% не он. А потом кикимать. Я сделал знак. Да вы можете послушать, что произошло. Каждый, блядь, ключи не дайте ему сказать, пожалуйста. У всех! Всё, кикни ему нахуй! АФК, Литпут. К нему подбегает Фрип. Налево или так, направо. Шериф. Проверяет Литпут и умирает. Всё. Не надо тут ничего придумывать. У нас умер шериф. Всё. Нет, он подошел к Литпут. Тебе только. Он тебя проверил. Я АФК стоял. Слушайте, а надеюсь, вы в Васе кидываете, да? Вы в Васе все. Да это не Аси. Это Ася, блядь. В чём? Ключи не у всех. Иди прочитай нормально сначала. У всех. Они распределяются слева или справа. Слева или справа. Почему тогда трое пошли? Почему трое тогда снизу? Вот ты спалился. Не все выполняют ключи. Да, не все. Задания у всех есть, просто не все выполняют. Ну, они
это у всех есть, Аси говорит. Аси кикает. А, сори. Да нет, я не думаю, это точно не Аси сейчас. Сейчас был. Не, он может быть импостером, но сейчас был не он. Он сейчас не убивал. Просто он не сделал ключи. Ну вот. А я злопамятный, сука, я помню. Он только что... Запомни на следующее голосование. Не, при этом он только что пропизделся. А мне пофиг, я сразу убегаю вот сюда вот. Типа, мне насрать, я бегу смотреть камеры. Потому что кривмейт — это лучшая роль. Вот реально, название ролика — кривмейт — новая роль. Спасибо большое. Leads not... Аси пропизделся. Я ждал, мне похуй. Ладно, ребят. Аси реально пропизделся. Если хотите действительно разобраться с Аси, выкиньте меня. Голландский. Ты его влюбил, давай цирк. Берем нахуй. И просто кикнем Аси. Так, стоп, подождите. Аси. Он пропизделся про ключи. Ключи реально у всех. Пропизделся. Ты. Ключи же у всех, они налево. У всех. Аси, ключи у всех, левая не у всех. Левая не у всех? Вот ты и попался. Что такое левая не у всех? Там смотри, там есть кораблик, там, блядь. Там есть кораблик, есть ключи. Ключи у всех, кораблик не у всех. Так, ну не все не выполняют это. А почему тогда четверо вниз идут тогда? Почему? Да давай просто задание не выполнили, и а все. А почему тогда вы поймали на слове тебя? Тебя на слове поймали, а не на движении. Я язык никто не тянул, Васи, блядь. Я ебу, что ли, у меня там ключи ну, есть? Ну все, ты пропизделся, все. Ебешь ты или не ебешь, это уже не наша проблема. А я умру, да? Блин. Нет, если ты влюбил Аси, то ты не умрешь. Вау, голландский жив, как это жестко, боже мой. Вау, так неожиданно и приятно, я в шоке. Чего вы тут делаете? А вы просто стоите, вам пофиг, я согласен, мне тоже. Ну, погнали посмотрим, кто куда побежит. Диковинка, минус. Диковинка, за что ты Мэтт Кантри убиваешь-то на ракете? Ты еще и на камере. На метеорите? Метеорит это да. Где? Который в лаборатории, типа. Они в лаборатории стоят вдвоем, уже там секунд 30, наверное. На сморфа нет. Каким образом я видел то, что Диковинка сейчас убивает на ракете, и Джонни бежит на правую руку? Диковинка сейчас в медицине со мной стоит. Ну, медицина, вот она как раз туда и побежала. Так она там секунд 20 на этих стоит. Не на... 20. Так мы давно встретились с Литпутом там. Сейчас ты бежишь, врубается саботаж, я врубаю камеру правой руки. Я вижу, как лежит что труп такое, на ракете. Вот этот там саботажик, да. Там труп и был ты... на этой ракете? Да. Мэтт Кантри валяется. И там Диковинка бежит, такая, и все. И ты бежишь на руку, и все. Подожди, а там она из ракеты выбегает или просто мимо? Просто мимо, но даже просто мимо. Там видно труп и загорается репорт. Ракета это которая? Нет, я стояла на ракете, потом побежала в лабораторию. Мэтт Кантри с тобой был? 20. Нет, я его не видела. Я выбежала, и мы уже с Литпутом встретились в лаборатории. Паш, может карандашиком мы скипнем? Нет, это не карандашиком, это 100%. Да вы заебали меня кикать или убивать в каждом раунде? Согласен. Ну уже не начало. Не, я карандашик, потому что типа, ну, она смысл? Не часто играет, она может просто не заметить это, и все. Я согласен, там фломастер. Она не может, ну, типа, она не часто играет, она может не заметить просто. Если честно, по эмоционалу, мне кажется, она мирная, но я не знаю ее эмоционал. Ну, я карандашиком просто, и все. Может, она хитрит, блядь. Голландский, работает, и все. Игрок номер 3, значит, красный. Играю сейчас с первым, седьмым. Голландский, отработай, пожалуйста, и все. Отработал уже. Мне пофиг, я стою АФК. Вот просто, Диана, убивай меня. Что там делаешь? Что делаешь? Я просто уже рот топтал. Ну давай, Диана, убей меня. Вот тут в углу. Вот тут. Давай, Диана, убей. Убей вот тут в углу. Я тебе даю все сейчас шансы меня убить. Да, карандашиком помечайте дальше, блять. Чё, кто-нибудь датчик включит? Не, всем насрать максимально. Нормально, там труп с кайфом валяется. Как бы она сейчас КД откатит, еще одного убьет и вообще без проблем. Как бы, но зато карандашиком пометили. Не, всем вообще плевать на датчики, правильно я понимаю? Правильно. Молодчины, умнички, бегайте дальше. Вы же мои сладенькие, прекрасные господа. Боже мой. Как же вы классно играете, я в шоке. Сейчас смотрите, сейчас Чупика убьют еще. Она на камерах просто убила и пофиг. Как бы, да? И никто... Да не, Диана слишком гений. О, голландский зарепортит. Это Диковинка. Я видел на камерах. Извините, конечно, но... Самое интересное, Роган умер очень давно. Всем пофигу, никто не ищет. Вау, лучший знак. Я по люкам прыгал, я просто его нигде не видел. А, Джонни, ты в люке все-таки был. А, ну, я видел, что ты на камерах типа, стоишь и в люке. Не, просто я тебя в люке заюзал на тебя способности, когда ты в люке был. Я не понял, типа, как она заюзалась. А, ты этот влюбил, типа? Да. Ёбаные ключи, блядь.